С 29 октября в историко-краеведческом музее Десногорска проходит выставка «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 годах». Эта выставка показывает историю страданий советских военнопленных, а также их дружбы с местным населением. Норвежский концентрационный лагерь Фальстад – один из множества себе подобных, которые находились в Норвегии во времена Великой Отечественной войны. За это время через него прошли не менее 4500 заключенных, граждане как минимум 13 стран. Фальстад сегодня – это мемориальный комплекс и центр прав человека, которые стремятся придать гласности события, долгое время бывшие в тени истории королевства. Для меня, как посла Норвегии в России, большая честь открыть эту выставку в Десногорске, хоть и виртуально. Впервые выставка была открыта в Осло в 2010 году в присутствии Его Величества короля Харальда V, и потом ее показали по всей стране. В России выставка посетила 20 городов. В экспозиции представлены уникальные архивные фотодокументы, рассказывающие о невыносимых условиях содержания военнопленных. В тяжелейшем быту концентрационных лагерей Норвегии находились 100 тысяч советских граждан. 13 тысяч из них погибли. Передвижная выставка создана на основе материалов постоянно действующей экспозиции центра «Фальстад». На 15 стендах представлены архивные фотографии, которые мы можем увидеть на выставке. Здесь у нас приведены тексты на норвежском и на русском языке. Сочувствие и поддержку военнопленным по мере возможности выказывали местные жители. Известны случаи помощи продуктами и одеждой. Без этого выжить в тех условиях просто было невозможно. Потому что наши солдаты занимались тем, что строили аэропорты, аэродромы, железные дороги. Естественно, что труд был просто непосильным. Выставка подготовлена при содействии Министерства иностранных дел и посольства Королевства Норвегии, а также Министерства культуры Норвегии и России. Экспозиция в Десногорске открыта в Историко-краеведческом музее до 30 ноября. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Александр Ерофеев, Десна ТВ.